Добрый вечер, доброе утро, может быть, и добрый день. И где бы вы ни находились, я рад приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Варвар, и этот специальный выпуск видео я хочу выпустить для того, чтобы принести свои глубокие извинения и сожаления насчет того, что резко оборвался стрим по замечательной игрушке под названием Hitman. К сожалению, друзья мои, игра оборвалась на том моменте, когда наш вот этот злодей взял клюшку для гольфа. И игра обрубилась. Я второй раз включил игру, она опять обрубилась. Ну что ж, покажу вам пару смертей красивых злодеев. Иди сюда. Которые вы не видели еще. Здесь есть замечательная дробилка, измельчитель мусора. Вращай, засранец. Где он включается? Измельчите. Пока, засранец. Теперь я еще раз попробую сделать. Но если опять не пройдет, сразу хочу сказать спасибо всем, кто будет смотреть это видео. Спасибо за пальчики вверх, которые вы, надеюсь, поставите. Сейчас я загружу другую версию. Все-таки хочу попробовать, знаете как? Я хочу убить этого дядю, переодевшись тренером по гольфу. Здесь есть тренер по гольфу. Может, только тренер по гольфу может поставить эту бомбу. Давайте попробуем. Три раза я еще после стрима, два раза загружал игру. Специально вот хотел выпустить видео отдельное. Да, игра сказала, обломись. Я не буду показывать взрыв злодея. Хорошо, хоть это не приз такой, чтобы взорвать злодея с помощью взрыва мячика для гольфа. Что ж, бежим сейчас. Наш злодей там ходит где-то. А мы идем вот этого дядю сейчас охлобучивать. Вот наш тренер по бейсболу. Мы бросаем ему монету. Что такое? А поезд нас ищет с того стороны. Сейчас попробую переодеться в этого мужичка. Быстрее прячь его. Сейчас по нему поставим мячик. Как тренер по гольфу. Я же тренер по гольфу, я могу ставить бомбы, правильно? Меня просто знает охранник, как тренера. Быстрее, 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 монета. Не знаю, произойдет это. Но заранее сразу хочу сказать спасибо. Если игра оборвется, значит опять 25 произойдет. Вот, если он сейчас видео оборвется, значит он взял клюшку и ничего не получилось. Черт меня знает, между прочим. Смотрите, он сейчас возьмет клюшку и стрим оборвется. То есть, видео. Давайте я сейчас сразу загружу. Подожди.